Мы прилетели в Бухарест. Немножко изменились планы, должны были прилететь в Германию. Завтра у Алекса огромная группа по даче СНГ, АНЧ. Будем делать видеоматериалы. Это, кстати, кафе с хорошим интернетом. Если вы смотрели мои предыдущие обзоры по Румынии, с чего начинается Бухарест, с чего начинается Румыния, посмотрите, это видео я делал или июль, или август этого года. Там можно подсоединить интернет. Здесь можно вкусно покушать и есть Wi-Fi. Кафе называется на салфеточке «Сиерра Фреду». Очень вкусно, всем рекомендую. И мы сейчас отправляемся в центр города. Нас уже ждут. Будет насыщенное мероприятие здесь в Румынии. Сначала Бухарест, потом заедем в Сучалу и обратно вернемся в Бухарест. По пути есть идея с визитом к Дракуле. Я, кстати, там был, в Бране. Хорошее место. Вот гуляю сейчас по центру, вижу, что многие строения, которые в прошлый мой приезд не реставрировались, уже активно перестраиваются. То есть видно, что в эту страну начали вливать деньги. Сегодняшний курс, я уже находил 4,74 за евро и 4,23 за доллар, но здесь какой-то маленький. Вот у нас бы за такую парковку стоп-хам точно бы обклеил бы машинку. Вот здесь все нормально. Стоит, никому не мешает. На тротуаре, кстати. Более лояльно здесь относится к таким моментам полиция. Что касается вообще Румынии и Бухареста в частности, обратил внимание, здесь много синагог и Старбаксов, Макдональдсов. Вот торговый центр. Но это говорит о том, что в ближайшее время будут только улучшения. Ждем вступления Румынии в зону Шенгенского соглашения. В Евросоюзе они уже достаточно давно. Кстати, один из способов перемещаться по Бухаресту – Lime стоит в районе 5 рублей за минуту. Делаете регистрацию на приложение и спокойно используйте. Кстати, здесь не только Lime, здесь несколько компаний. Мы использовали такой самокат в Кракове, в Варшаве, в Чехии. Через СНГ спрашивают по поводу подтверждения диплома в Бухаресте. Вот прямо по дороге нам попался медицинский институт. Сегодня воскресенье. В будни мы зайдем и обязательно все узнаем для вас. Всем спасибо. Так, друзья, мы приехали в Сучалу. Это вокзал. Дорога 7 часов. Ребята уже быстрым шагом пошли к Алексу, который их здесь встречает. Сервис приложения Bolt и Uber здесь не работает. Так что Сучало ловить такси придется методом взмаха руки. Дикое, конечно, место от цивилизации, но зато флаг Евросоюза здесь висит. Это самое главное.
Thank you.